мир катился ко всем чертям, а я смотрела на все это, как на что-то происходящее не со мной. Я отчетливо помню тот уродливый автобус, который сломался вместе с нашими жизнями. Водитель в панике сбежал, и мы стояли на пустой дороге, не зная, на что надеяться. Идущий из двигателя дым исказил черты окружающего, смазал привычные связи вещей, окутал каждого из нас одиночеством ожидания, в котором соединились наша смерть и наше спасение. Затем дым словно породил его. Харин, вы куда-то собрались? Я хочу выйти. Тебе не обязательно выходить наружу, чтобы сдох. Ты что, ты меня пристрелишь, да? Как крысу? Я сделаю это. Сделаешь, да? Сделаешь? Сделаешь, да? Эй! Ну что уже опять произошло? Мне все здесь надоело. Я лучше сдохну там, снаружи, чем здесь! Никто не собирается умирать. Мы живы только потому, что находимся здесь. Так что успокойтесь. Погоди. Ты что, не в курсе? Янсен, расскажи-ка ему. Дай! Система очистки сломалась. Как? Вы же говорили, что она будет работать. Я сделал все, что мог. Рекуператор должен был выдержать по меньшей мере год. Но что-то пошло не так. Я не знаю. Заглушки. Стоп. Стоп, вы ведь сможете ее починить. Вы ведь это сделаете. Частично она работает. Видите, свет горит. Мы разговариваем, значит, воздух есть. Генератор работает. Возможно, можно придумать что-то еще. Но для того, чтобы провести ремонт, нужно отключить ее полностью. И при этом запитать оборудование, то есть генератор, мы отключить не сможем. С нерабочей системой очистки, без гарантии того, что ее удастся починить, и что попытка ремонта не доломает ее окончательно, мы
Просто сожжем воздух, которого и так не хватает. Он сказал, что у нас осталось 10 дней. Я больше не хочу здесь оставаться. Стой! Все, повеселились и хватит. Пора умирать! Следующий выстрел будет в тебя. Ладно. Давайте обсудим. Браво, 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 Янусов, это ваш триумф, это ваш звездный час. А может и мой? Я ведь предполагал, что ваша дурацкая система обязательно сломается. Бухарин, налейте мне стаканчик. Очень приятно ощущать собственную правоту. Не понимаю вашей радости, доктор. Ну как это, Бухарин? Вы не понимаете радости философа, который только что убедился в собственной правоте. Благодарю вас. Янусов, у вас в библиотеке есть хорошая книга. Автор Юницкий, кажется. Так вот, человек изобрел планетарное транспортное средство. Кольцо, которое с бешеной скоростью вращается вокруг Земли и благодаря центробежной силе может выносить в ближний космос многомиллионные тонны грузов. Вы представляете, если всю грязь Земли вынести в ближний космос? Как здесь стало бы чисто. Вернее, не здесь. Нас бы здесь просто не было, если бы к его идеям прислушались вовремя. Вы это к чему? Я к тому, что всему виной куриные человеческие мозги. Юницкий приводит четкую параллель. Первобытные люди жгли костры в пещерах и умирали, не дожив до совершеннолетия, отравляясь угарным газом. Впоследствии своей эволюции они догадались выносить костры наружу и выжили. Вы же создали автономную систему, которая замкнута. Вы пытались соединить живое с неживым. В такой ситуации всегда побеждает неживое. Итог. Пещера, костры, смог, смерть. Сами сели в мою машину. И вы все живы только благодаря мне. Я не обещал вам вечной жизни. Это принципиально. Есть время. Его можно выиграть, больше или меньше. Но в конце всегда следует смерть. Благодаря мне, у вас есть 10 дней. А ты сам-то готов умереть, а? Он же нас всех убил. Давайте заберем у него оружие и его пристрелим. Кстати, это вариант. Протянуть немножко дольше. Минус человек, можно подышать за него. Янусов, соглашайтесь, вы же любите отсрочки, а это как раз отсрочка. Ну, а я бы просто открыл ваш ящик с оружием, раздал бы каждому по пистолету
и устроил бы такой естественный отстрел. Если вам так не терпится, я могу вам хоть сейчас раздать оружие. Только идите в какие-нибудь комнаты подальше. Вас Бухарин-то тоже касается. Хотя как раз вас безопаснее пристрелить самому. Крысы, говорите? А чем вы лучше? Вы уничтожаете мою еду, пьете мои дистилляты, литры. Я вас еще раз предупреждаю. Не провоцируйте меня. А чего мне бояться? Вы думаете, я испугался вашей этой штуки? Я просто не хочу доводить вас до последнего греха. А так, мы ведь все обречены, так что не пугай. Там наружу, может, уже ничего и нет. Только мы боимся принять судьбу. А? Так вот же шанс. Сломался агрегат, чего ждать? Только вы забыли на все воля Божья. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, всякий свободный укрылись в пещерах и в ущельях гор. Да заткнешься ты, наконец, тысяченачальник. Нет. И вам, доктор, тоже скажу. Вы про средства это, конечно, правильно сказали, про пещеры первобытные. Только вы сами не поняли, в чем смысл. Все эти люди первобытные, про которые вы говорили, они ведь вынесли огонь из пещеры, из дома. А нашим домом, домом людей была вся планета. Только люди этого не поняли. Вы вспомните, о чем мы говорили последние годы. Выиграть время, снизить уровень загрязнения, выбросы СО2. Загрязнять где-то там, за городом, в другом городе, в другом государстве, на другой планете. И те, кто уничтожали нашу планету, они-то думали, что для них найдется местечко, где они могут пересидеть, переждать. Только это одна была общая пещера, которая называется планета Земля. Поэтому мы имеем, что имеем. Когда тонет корабль, нет места, где можно пересидеть крушение. Поэтому крысы бегут с корабля. Он привел нас сюда, чтобы спасти. Он думал, что может изменить волю Бога. Сам стал Богом. И теперь властвует над всеми, над нами. Давайте выйдем на свободу и примем волю судьбы. Крыс. Никто никуда не пойдет. Скажите, Янусов, а вам зачем это надо? Ну вы же как никто изначально знали, что система ваша рано или поздно сломается. Я понимаю других, они побежали за вами, не понимая, что происходит. Но вы, зачем вам это нужно? Что вами двигало? Гордыня, жажда власти, страх одиночества? И почему, черт меня дери, вы продолжаете утверждать, что действовали вы правильно, а мы еще и должны быть вам за это благодарны? Да потому что все. Точка. Систему восстановить нельзя. Но вы же говорили. Я обрисовал вам все возможные варианты. Все, оставьте меня в покое. Будьте счастливы, что дожили до сегодняшнего дня. И не забывайте, что это все благодаря мне. Я вас спас. Я создал это убежище. Здесь все благодаря мне. Мы жители Помпеи. Укрывшиеся в своих домах, в надежде на спасение и обрекшие себя на смерть. Но между нами есть разница. Они не понимали, что происходит.
Они воспринимали извержение как гнев богов. Они были не виноваты. Мы виноваты. Мы сами обрекли себя на смерть. Хоть кто-то признал свою ошибку. Вы могли стать лучше, чем вы есть. Вы правы, доктор. Я осознаю свою ошибку. Вы правы, ну и что с того? Вы спрашиваете Янусова, зачем он нас сюда привел? Разве это и так непонятно? Ведь мы же все здесь. Все здесь словно животные цепляемся за жизнь. Карабкаемся, говорим о судьбе, а ни в какую судьбу не верим. Хотим ее обмануть, а обманываем себя. Ведь мы же никто. Мы никто, и даже вы, доктор. Вы же не поинтересовались у Янусова, как это все работает. А ведь можно было. Я думаю, что можно было что-то придумать. Сократить количество жилых комнат. Отключить эту морозильную камеру, но ведь тогда же придется и аппетиты поумерить. Мы никто. Мы никто не подумали о том, чтобы что можно сделать, чтобы предотвратить катастрофу там, наверху и здесь. Жили как во сне. Все чего-то ждали. Ждали, что решение примет кто-то за нас. Вот вы, Бухарин. Или вы, доктор. Что вы сделали, кроме своих рассуждений? Вот точно так же и жители Помпеи. Они ничего не сделали. Они просто закрылись в своих домах и пировали во время извержения. Они боялись. Они не ушли из города, потому что боялись, что их дома могут разграбить. Посмотрите на Бухарина. Те, кто пытались бежать, умерли трезвыми. Такова вечная дилемма. Пить или не пить. Но что бы ты ни выбрал, ты все равно в конце концов умрешь. Многим бежавшим удалось спастись. Это вечная проблема влюбленных. У них полностью атрофируется чувство юмора. Влюбленных? Влюбленных? Что это за любовь такая, которая дает силы только на покаяние, но не дает силы, чтобы хоть как-то помочь? Марта, ответь. Тебе нужна такая любовь? Да. Возможно, это и есть настоящая любовь. Что? Покаяние. Настоящая любовь должна начинаться с покаяния. Это ведь самоотречение в чистом виде. Нужно отречься от самого себя. Марта, я тебя погубил. А ведь без этого осознания он бы никогда не признал своей ошибки. Ведь именно поэтому люди и вышли из своих пещер. Пещер смерти. Покаяние, любовь к ближнему. Любовь к Богу. Нужно понять, что вокруг есть огромный мир, и мы часть этого мира. Говорю вам, любовью спасетесь. Остальные нет. Они не любят. Я, к сожалению, тоже. Но у меня есть осознание собственной правоты. Вы философ, доктор. Вы просто обязаны не бояться смерти. Поэтому, думаю, не рассердитесь, если вас застрелят. Янус, дайте мне пистолет. Я это сделаю. И обещаю, последую вслед за доктором.
Думаю, что наш митинг можно считать оконченным. За столь короткое время мы пришли к любопытному выводу. Все мы гораздо более готовы к смерти, чем сами могли предположить. Но лично я не собираюсь тянуть еще 10 дней и умирать от удушья. Это все равно, что жить в камере смертников. Янусов, вам тоже тянуть ни к чему. Молодой человек, вы действительно способны нас тут всех пристрелить? Лично я был бы вам весьма благодарен. Янусов, дайте ему пистолет. Знаете, доктор, мне больше нравится ваша предыдущая идея. Еще минутку, перед тем, как покончим. Я не сказал вам самого главного. Не хотел говорить, чтобы не тревожить. Система очистки сломалась, но я ее не выключал. И сейчас она медленно нас убивает. Дверь заблокирована, и никто не сможет остановить дымящий генератор. Конец придет через полчаса, а сил час. Да. Вы уже почувствовали ухудшение зрения, слуха, головокружение, пульсацию в висках, снижение координации движений, мать его, аналитического мышления. За этим последует потеря чувства времени, рвота, потеря сознания. Я не хотел вам говорить, чтобы не расстраивать. Зачем? Потому что я так хочу. Это мой последний день Помпеи. Проклятый дьявол. У нас еще есть надежда. Нужно только открыть дверь. Нужно открыть Нет. дверь у нас. Посмотреть, что там. Не трогайте дверь. Открыть дверь. Дверь открыть надо. Отойди. Надо открыть дверь. Отойди. Отойди.
Оказывается, люди гораздо более близки к катастрофе, чем могут предположить. Возможно, они даже хотят ее. И все же в финале я вижу любовь. Когда я вышла из укрытия, то оказалось, что источник заражения устранен. В причинах трагедии долго разбирались. Что-то всплыло на поверхность, что-то по обыкновению осталось в тайне. Как бы то ни было, это была одна из самых масштабных техногенных катастроф за всю историю, унесшая жизни множество людей. Большинству все же удалось выжить. Постепенно мир выходил из оцепенения. Но движение его уже никогда не было таким уверенным и безоглядным, как прежде. Что-то новое открылось абсолютно всем выжившим. Столкнувшись лицом к лицу с ужасом, порожденным человеческой цивилизацией, каждый то ли просто почувствовал, то ли осознал нечто, с чем уже невозможно жить так, как было до этого. Уязвимость и хрупкость мира, ложность привычных идеалов, ориентиров, цели, вина в случившемся, необходимость менять то, как ты живешь и как думаешь, принимать ответственность, действовать. Вероятно, прочие поняли то же, что поняли мы. То же, в чем обвинял нас Вадим, в чем каялся Бухарин и в чем так и не смог раскаяться хозяин подземелья. То, о чем говорил перед тем, как выстрелить в себя доктор. Что дальше? Первобытные люди, зажегшие первые костры в своих пещерах, отравляли себя угарным газом и канцерогенами и в 20 лет умирали от рака легких. Это такая еще. Но они догадались,
тогда догадались, да? Вынести доступные технологии, примитивные технологии, огонь, обжаривание мяса на углях, выделка шкур, за пределы своего дома, пещеры. Поэтому смогли выжить. Чтобы выжить завтра, именно выжить, нам необходимо будет вынести индустриальную техносферу за пределы природной биосферы. В противном случае биосфера, наш общий дом, он один на всех. Вернее, даже не дом, а общая большая комната, в которой нет даже перегородок. Неизбежно и неотвратимо будет уничтожена находящаяся в той же нише индустрии, которую создает на планете, развивает наша технологическая цивилизация.